Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне. И, ребята, у меня для вас есть две новости, ну, в принципе, это действительно уже очень офигенно, потому что, как вы заметили, у меня уже нету вот старой мини-мапы, ну, в принципе, у меня вообще нет мини-мапы. Хотя как нет, а ну, сейчас, секундочку, дайте я, честно, какую-то букву нажму. Ух, я на букву нажал. Охренеть, ребята, вышел покерадар. Я хочу сказать спасибо тому человеку, кто написал в комментариях, что вышел покерадар и что на него вышло, ну как бы скинул ссылку на покерадар. Так, сейчас этого покемона походу убьют. Ну ладно, что вышел покерадар, я не помню как его имя, но он действительно написал, ребята. И просто-напросто вот так. На секунду посмотрите разницу. То есть, серия только началась, мы уже включили только покерадар, там уже покемон босс стоял. Это первая новость, что вышел покерадар, и я не знаю почему, но я как-то... Не знаю, покерадар же вышел, охренеть, покерадар же вышел. Уже намного легче играть, и просто-напросто намного уже приятнее играть с покерадаром. И он, мне кажется, он намного красивее стал. То есть не как раньше был квадратик, да, из карты, а уже вот сейчас новый дизайн, уже кружочек такой. И вот эти кружочки с покемонами, мне кажется, не намного больше, чем были в предыдущей версии. Плюс, дайте я только попробую, а тут можно тпхаться. Ага, значит, нужно включить телепорт. Ну ладно, это можно потом включить. Что самое главное, ребята, смотрите. Какую-то букву нажимал. П, во. Вот, уже как бы вот тут уже писать имя покемона, например, кто нам там нужен сейчас. Давайте какого-то водного покемона. Нам нужен какой-то водный покемон. Сквиртл, Пиплуп, Ошавод, Я надеюсь, я правильно написал. Все, сейчас мы будем его искать. Вроде я так написал, не знаю, ребят, правильно нет. Но, что самое офигенное, это можно менять цвет. Вот тут уже цвет можно менять. То есть обычные покемоны, вот желтый. Потом шайни покемоны, вот фиолетовый. Потом боссы, вот это, оранжевый, да. А потом те покемоны, которых ты ищешь, зеленые. Как бы, в принципе, точно так же, как было в предыдущем сезоне. Как было, в принципе, предыдущий... в версии покерадара, да, но сейчас это можно менять. И если просто-напросто, ребята, посмотрите на эту мини-карту вот так в верхний угол. Не убили. Просто-напросто посмотрите в верхний угол. Как-то намного приятнее даже смотреть, только потому что вот эти кружочки, ну, как бы покемоны, да, отображаются, ну, как бы на мини-карте, да, покемоны, вот эти желтые кружочки, да, ну, в принципе, не желтые, а как бы все кружочки, они стали какие-то более четче, ну, как бы их намного, как бы... легче видно их, лучше видно, да, и они как-то более такие приятные стали, такие намного больше и намного какие-то виднее. Ну, мне так кажется, ребят, может я уже что-то загинаю, но в принципе действительно, просто то, что вышел покерадар, это уже напросто офигенно. А это еще плюс тому означает, что скоро у нас уже будут вот эти, как их там, будут магазины, да, так как, в принципе, уже вот, уже одну лечилку выбили с покемона, это уже, в принципе, офигенно. Плюс к тому еще одна новость, ребята, то это то, что как бы вышел покерадар, да, и скоро выйдет новая сборка, ребята, поэтому не выходила новая сборка, потому что как бы она не была еще до конца доработанная, да, потому что как бы не было покерадара. А сейчас, когда уже покерадар есть, как бы, уже, я уже думаю, что можно уже, в принципе, и сборку делать, да. Сейчас у нас тут вот это. Сейчас, секундочку. Как это делается, я, если честно, уже и забыл. Сейчас. Как это, походу, вот так делает? Нет. Охренеть, как можно забыть, как делается рамка? Итем фрейм. А, с кожи, точно. У нас вроде там дофига кожи есть. 8. Ну, в принципе, нам парочку нужно, чтобы сделать, чтобы уже как бы не путаться, да,
в этом, в наших сундуках, да? Так, это, в принципе, выкинем пока что. Так, давайте это хотя бы уже вот сюда поставим, пускай будет оно вот тут, да? Отлично, поставим сюда. Тут, тут же у нас все с покемона. То есть раньше у нас были там где-то 10 сундуков, да, с всякими вещами покемона. Сейчас это, в принципе, тоже так нужно делать, ребята. О, еще один покемон. Посмотрите, какая офигенная точка. Уже намного виднее. Если, ребят, помните, если в предыдущих версиях покемона там был какой-то покемон-босс, да? Но этот, походу, опять под землей будет или нет? Да, этот поход под землей будет, начинается. Покемоны под землей. Еще один Бульбасавр, офигеть. Ребята, если вы помните, то как раньше было? Так, сейчас, секундочку, где тут? О, вот он. Вот. Вот так. Ребята, если вы помните, как раньше было? То есть показывала, да, там покемона. Ну, как бы были такие не очень большие точечки, да, на экране. Были там, например, желтые, да. Если, например, где-то там какие-то были покемоны, например, какой-то босс, то ты не сразу видел в первую же секунду, да, о, вот, там как бы, там босс, да, как мы вот сразу сейчас заметили. Нет, мы так не видели. Мы просто-напросто еще... Просто, хотя недолго, но на пару секунд нужно было приблизиться к экрану, чтобы напросто просто посмотреть туда и понять, что это действительно босс или это еще кто-то. Было такое, конечно же, было. А, сейчас нам же выбираться нужно точно. Нужно включить потом будет вот то. И, в принципе, нужно было вот так смотреть. Да кто там? Это покемон босс или это обычный покемон? Как бы не было так отлично видно, что это действительно покемон босс. Или, например, когда там покемоны были под землей, да? То мы такие всегда... А нифига себе, это случайно. Это случайно не шайни покемон, потому что было такое, когда один покемон спавнился вот так на другом покемоне. И как бы цвета сочетались, и это казалось не оранжевый босс, да? Оказалось, что это как бы какой-то шайни покемон, ну так как бы казалось. А вот сейчас, ну как бы... Вот сейчас, когда вот сразу такая огромнейшая оранжевая точка такая появляется, вот, чувак, иди туда, там покемон босс заспавнился, и ты уже не ошибешься, что это кто-то другой, это действительно покемон босс. Или, например, когда может там шайни заспавниться, да, то тоже, вот там шайни, и сразу будет понятно, что это не шайни, что это шайни, а не покемон босс заспавнился на другом покемоне боссе, и под ним еще было три обычных покемона, которые на карте отображаются желтым цветом. Да, эти и все вот эти цвета посливались, и кажется, что это какой-то шайни покемон, и это оказывается, что это как бы обычные, да, и боссы там еще кто-то. Ну, как бы обычные покемоны. А вот сейчас уже сразу вот на тебе, иди там покемон босс убивай. Так, сейчас, ребята, нам нужно... вот сейчас я думаю... Сейчас. Давайте, может, тут... Просто так сделаем, чтобы хотя бы не был даже тот же пол одинаковый, а было как-то по-другому. Просто я сейчас хочу сделать больше, так можно сказать, этих, как его там... больше... Да что я хотел сказать? О, больше сундуков. Вот твою ж капусту. Забыл, как сундуки называются. Сундуки. Ну. Хочу я сделать сундуки для того, чтобы, в принципе, говорю, сейчас уже есть покерадар, да? И вот сейчас, если у нас был вот один сундук только как бы для пиксельмона, да, и вот тут только два слоя заполнены. И как бы еще вот тут еще можно вот это поставить. Вот так, и в принципе все, вот эти слои заполнены, и больше у нас нифига нету. А сейчас, когда как бы уже появился, да, покерадар, то есть сейчас опять начнется куча лечилок, куча шапок, куча покеболов, что как бы у нас будут только, как было в принципе, один сундук на лечилки, один сундук на шапки, один сундук на покеболы, еще один сундук там на ТМки, да, и короче куча всего. Вот сейчас, секундочку, у нас нету, есть, я же... Немного надыбал себе еще. Вот так. Ну, в принципе, хотя бы, чтобы было какое-то разнообразие. Или
Вот таким цветом или сделаем из спруса? Не знаю, пускай будет пока что таким. Вот так. Ну, в принципе, хотя бы, чтобы какое-то разнообразие было. Чтобы не было всего одного цвета. Так, кровать не упадет? Нет. Так, тут, например, еще можно. Чтобы было хотя бы... Просто, когда я захожу в дом, кажется, что... Хоть и дом такой нормальный, но кажется, что как бы все в нем что-то такое одинаковое. Так хотя бы пол будет уже немного другой, и уже будет казаться, что уже немного другое. В принципе, дом еще до конца сам же как бы не доработан, да, нужно еще крышу там сделать, комнаты там более-менее так разделить, да. Но все же это мы позже так сделаем. Или без съемки, чтобы просто-напросто не делать. Вот, в принципе, сейчас пускай будет это все вот так. Давайте тут еще так сделаем. Так, так, так. Конечно, вот тут много дерева мы этого теряем. Ну, да ладно, пофиг. Потому что там пару вот этих. Так. Вот тут еще. Вот так. Отлично. Так, такой у нас уже пол получается. И вот тут, в принципе, тоже можно. Вот так. Отлично, уже такой пол другой немного получился. Что я еще хотел сделать? Вот. Тут по центре, чтобы было такое освещение. Так, в принципе, вот глоустоны у нас уже нормально, да, надыбали мы себе. Так, вот сейчас, что я хотел сделать. Сундучки. Давайте-ка мы возьмем. Вот это. Отлично. Ну все, пойдем сделаем себе хотя бы пару сундуков. Сколько у нас там получится? 2. Нам нужно как минимум... ну фиг его знает, сейчас посмотрим. 4. Вот, в принципе, 6. Давайте пойдемте поставим куда-то. Вот тут один будет, да? Тут у нас будут... вот этот ряд у нас будет для пиксельмона. Пускай будет вот так, да. Да, в принципе, и вот тут еще один пускай будет. Тут у нас будет... Сейчас, секундочку, давайте еще сделаем вот это. У нас дерево... Да, еще есть немного дерева. Нужно потом будет так идти нарубить. Еще немного. Давайте, может еще вот так. Нужно потом еще бэкпак будет сделать. Точно у нас он тоже есть. И вот сюда. И вот сюда. Отлично. Тут у нас, в принципе, ребят, я еще не знаю, что тут у нас будет. Пускай пока что будет вот так. Тут у нас еда будет. Еды у нас уже куча. Давайте, сейчас, секундочку. Тут у нас пиксельмон будет. Тут у нас не знаю, что будет. Тут у нас ресурсы. Вот, ресурсы, в принципе, сразу же можно тут поставить, чтобы было видно, что это ресурсы. Так, тут ресурсы. Тут еда у нас будет. Еда. Сколько у нас еще? Еще 3. Вот этих есть. Так. Еще 2 палочки не хватает. 2 палочки. Вот так. Отлично. И вот так. Все. Вот сейчас уже можно сюда поставить и сюда поставить. И, в принципе, давайте еще один сундук сделаем. Вот так. Отлично. И это поставим, допустим, не знаю, вот сюда. Это вот сюда. Отлично. Так. Вот, точно. И еда. Давайте возьмем вот стак этого. Это. Так, пускай будет. Сейчас давайте вот это пережарим. Вот это и вот это. Опять у нас угля нету. По идее. Тут у нас сундук пустой, нужно потом будет перенести тоже вот сюда. А тут я не знаю, что тут вообще за комната может быть. Может, зачаровальню сделаем или что-то такое. Так, вот тут куча вот этих всех ресурсов. Фиг его знает, куда это все можно перенести. Давайте, вот эта серия такая будет, что мы немного будем организовывать, да, вот это все. Тут у нас дерево, да, то есть давайте же дерево сразу же возьмем и поставим вот сюда. Все, тут у нас дерево.
Так, это мы возьмем тоже и поставим вот сюда. Тут давайте у нас будут... Фиг его знает. Давайте будут блоки. Вот эти все блоки. То есть вот так. Отлично. Чтобы уже более-менее было так организовано. Тут у нас еда будет, да. А вот это все, весь этот хлам тоже нужно отдельный. Давайте возьмем это себе возьмем, пускай у нас будет, да, это возьмем. Ну, короче, все возьмем. Еда. Так, это тоже мы все забираем. Так, хлам у нас пускай будет вот тут. Вот это все, что тут есть. Нет, вот это нет. Хотя пускай будет. Так, вот это все сюда, это сюда тоже, это тоже и это. Отлично. Еще что тут есть? Вот это тоже все можно вот так. Ну, в принципе, это тоже заберем. Хлам, 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 хлам. Вот это все сюда. Это сюда, это сюда, это сюда. Отлично. Это вот сюда. В принципе, вот так. Шерсть у нас пускай будет тут с блоками. Только это тоже как бы блок, но... Так, это вот сюда. Отлично, все, уже более-менее так организовано. Уже мы знаем, что, где и как. Уже у нас тут есть хотя бы сундуки, где мы можем знать, что и где хранится, да? Тут давайте факел поставим, чтобы было видно, что и как. Отлично, отлично, отлично. Так, сейчас... Сейчас это все вот сюда. Поставим у нас 6. Ух ты! А я что-то как-то даже на карту не смотрю. Тут у нас уже 2 покемона босса. Ребят, просто не так привычно, да, что как бы покемоны боссы, да, видно на карте, так как долго, в принципе, не было покерадара. Нужно еще настроить телепорт. Ух, ни хрена себе, там еще 2 покемона босса заспавнились. Главное, чтобы успеть. Почему-то мне кажется, что не очень мы успеем, потому что без телепорта это как-то... Так, так, где ты, где ты, где ты? Вот, отлично. Давайте. И как я говорил, ребята, мы не будем еще пока что прокачивать Чармандера. Я говорил, почему это как бы у нас он уже будет относиться к другой команде, можно и так сказать. Вот так. И еще раз. Отлично. Так, опять кучу опыта. Вот сейчас бы выбраться, где мы забирались. Вот тут мы забирались. Нужно включить... А вот эти... Вот те покемоны-боссы уже пропали. Так, ну ладно. Нужно будет включить телепорт опять, чтобы мы тпхались и чтобы быстрее мы добирались с одного места в другое. Так. Опять блоков не хватает. Так, отлично. Вот так. Фу. Давайте идем поспим, наверное. О, нет, 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 нет. Какие спим? Если там покемон-босс офигенный такой. И ух, еще один покемон-босс. Ребят, просто если так сравнить, что без покерадара и с покерадаром. А эти опять в земле. А, нет, не в земле. Если просто-напросто так сравнить, да, покерадар и без покерадара, то есть за одну серию с покерадаром мы нашли приблизительно где-то 5-6 покемонов-боссов. И это офигеть, как много. Так, отлично. Лечилку выбили. Вот там был, в принципе, о, он еще не пропал. Ну, в принципе, если он в земле, опять рыться. Не знаю, сейчас посмотрим. В земле он или не в земле, но мне кажется, что в земле, потому что тут я никого не вижу, если честно. Да, он в земле. А, ну что, давайте. Давайте опять, ну как бы давайте опять сюда пороемся. И... О, там еще один покемон босс. И у нас уже лопата почти что поломалась. Нужно еще одну сделать. Нужно еще одну сделать. Ну, как бы я там уже кого-то слышу, да, но... Или мы его уже прошли? Как мне кажется.
Или он может еще где-то под нами, что вряд ли, мне кажется, потому что я там лаву слышу. А вот так, когда ты лаву слышишь, лучше по себе не копать. А вот это еще нам сейчас выбираться нужно будет. Нет, мы походу пропустили вот того босса. Где-то он за стеной там сидел, да и все, не вылазил. Нет, нифига тут нету. Ладно, ребят, мы, наверное, вот тут закончим, потому что если нам сейчас вот это вылезать отсюда, это сдуреть можно. Давайте, в принципе, на этом тут закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки за то, что вышла новая версия, новая как бы версия, да, Апокерадара, и мы с ней играем. Скоро будет сборка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.